Приветствую вас, дорогие мои друзья. Приветствую постоянных зрителей, гостей канала. У нас сегодня расклад для тех, у кого отношения, кто-то встретился, познакомился. Что будет, если будет секс, если вы переспите? Буду смотреть на колоде Казанова. Мы обязательно подписываемся, ставим лайки, колокольчик. И расклад общий. Не все у всех правильно проиграется, но в каких-то общих чертах. Познакомились, надо узнать, что происходит. Что будет, если произойдет секс? И что будет дальше? Серьезно это, не серьезно? Какие намерения или намерения действительно только для секса? Как будет вести себя после? Какие эмоции получите? В общем, есть до, есть процесс, есть после. Смотрим. Расклад для мужчин и для женщин. Смотрим на нее, на него. Все смотрим. Ну, давайте посмотрим ее сигнификатор. Женщина может быть тихая, спокойная, интересная. Могут связывать какие-то общие моменты в жизни с этим человеком. Ее тянет, но и в то же время могут быть разъезды, расстояния. В общем, женщина такая уже умиротворенная. Давайте посмотрим его сигнификатор. Ну, конечно, как же без этого? Дьявольский магнетизм. Мужчина хочет сильно, тянет сильно. Все, что угодно, готов за это отдать. Давайте посмотрим, насколько сильное желание у женщин. Насколько сильное. Ну, пока не особо сильное. Я бы сказала, больше обсуждает с друзьями, с подружками этот процесс. Процесс того, как и что правильно сделать. Я бы сказала, тут она не сама думает. Спрашивает совета, назовем это так. Какие эмоции она получит в процессе? Смотрим, какие эмоции в процессе. Ну, странные эмоции, назовем это так. Недоверие, раздражительность, эгоистичные моменты будут. Эмоции в процессе. Не сказала бы, что мужчина, да, не почувствует, что мужчина заботится о ней, почувствует какой-то его эгоизм и какую-то даже, я бы сказала, ревность. Это может быть прямо раздражительность о какой-то, что не так и неправильно все. Давайте смотрим, насколько сильные желания у него. У него очень сильные желания. Ему все равно. Он, конечно, понимает, что какие-то преграды, препятствия, и женщина слишком, может быть, высокомерная и надменная. Но, с другой стороны, она же и та женщина, ради которой он на многое готов. И какие эмоции получит он в процессе, смотрим. Да, подъемы, взлеты и падение эмоциональной чувствительности, цикличные отношения по кругу, да, будет ходить. То хорошо, то еще лучше. И так до возвышения, до апогея чувств. Как она к нему будет относиться после? Смотрим. Как она к нему будет относиться после? Будет думать, что они пара, что они любовники. Она будет относиться как таким к началу серьезных отношений, что они хоть встречаются, спят, но вот что-то серьезное будет ожидать женщина от мужчины. Как он к ней будет относиться? Как он к ней будет относиться? Готов обеспечивать, но по деньгам может прояснять. Может выяснять, что там и как. На что-то готов потратиться и во что-то вложиться, а во что-то, может быть, и нет.
Давайте посмотрим, как он будет себя вести после. Ну, в принципе, будет принимать женщину. Я могу сказать, в этом плане расклад хороший, потому что он тут готов вкладываться, он в королеве Пентаклей. И как он будет вести себя после, но относиться достойно на одном уровне королевы Пентаклей. И будут ли развиваться дальше отношения, смотрим. Да, стабильная сексуальность, отношения дальше будут развиваться. В принципе, хороший расклад. За подробными раскладами обращайтесь ко мне. Ссылка указана. Мои каналы везде называются Таро, нижнее подчеркивание, уже нижнее подчеркивание Planet. Обязательно лайки, подписки. И жду вас на личных раскладах и консультациях.